преддверии новогодних праздников и во время празднования новогодних праздников транспортной полиции на железной дороге, а именно линейным отделением полиции на железнодорожной станции Лобня, будут проводиться антитеррористические мероприятия. Это основные мероприятия, которые запланированы. Также мероприятия по обеспечению безопасности граждан и охрана общественного порядка. Личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. Ежесуточно будут работать ответственные из лица руководства отделения. Вот. Телефон нашей дежурной части 577-1076. При каких-то возникновениях ситуаций, происшествий, своевременно сообщайте дежурную часть, и мы всегда рады будем помочь вам. Дорогие лобнинцы, транспортная полиция поздравляет вас с Новым годом, Рождеством, желает вам удачи, успехов во всех начинаниях и здоровья.